На календаре 18 марта. Ровно 100 лет назад, 18 марта 1919 года, Самарский губвоенревком опубликовал приказ номер 6. Вот что в нем было записано. Как отголосок кулацко-белогвардейского мятежа в деревне, в городе замечается антисемитская агитация. Губвоенревком предупредил тем самым, что к лицам, натравливающим одну национальность на другую, будет применяться высшая мера наказания. 5 лет назад, 18 марта 2014 года, произошло историческое воссоединение Крыма с Россией. В тот день было подписано соглашение о вхождении в состав Российской Федерации Республики Крым вместе с городом Севастополем. Возвращение этой территории в состав нашей страны было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным главами России и Республики Крым. Поздравления с днем рождения сегодня принимает почетный гражданин Самарской области Елена Васильевна Шпакова. 18 марта в разные годы на свет появились советский конструктор, изобретатель Павел Гроховский, кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, англо-американская актриса и фотомодель Лили Коллинз и другие знаменитости. В народном календаре сегодня канон «Огородник». С этого дня на Руси нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. Существовали в ту пору и особые приметы на погоду. С этого дня утренники, весенние морозы, что случаются до восхода солнца, становились все легче. По народному поверью, после канона их всегда бывает 40. Это все, что мы успели вам рассказать о 18-м дне марта. Удачи в делах и весеннего настроения вам!